Кристиансен здорово вылез из-за угла. И посмотрите, как здорово разобрался с тремя игроками Минского «Динамо». Вратарь номер один начинал сезон Кевин Лаланд, но, честно говоря, своей игрой не впечатлил. И, наверное, 1-0, счет матча открыт. Вот так вот. Прозевали динамовцы игрока на пятачке. Юрай Микуш, он под 66-м номером играет. Вот смотрим. Это, пожалуй, был игрок, кстати говоря, Карл Ахти. Непонятно, зачем он там покатил за ворота. Там и Денисов, в общем-то, бы один справился. Ну и здесь, вот, честно говоря, немножко помешал арбитр. Владение Хаугена. Ну а сейчас он явно прозевал этот бросок Гункиса от синей линии. Такое ощущение, что Ларс Хауген не видел момента броска. Или все-таки Сэрса. Да, Михаил Сэрс. И видим, что эта ротация приносит успех Льву. Видим вновь, да, дали спокойно бросить. Сергей Дудко здесь немножко недоработал. Ну и все взгляды. Лаланд. И, наверное, все-таки, когда еще приличное количество времени играть в этой встрече, включать в игру молодого голкипера. Ажан разгоняет атаку команды Клепиш. Он же на добивании первый. Но динамовцам нужно Лаланду, безусловно, гол на его совести. Ну а здесь он сыграл здорово, очень надежно. Ну и отмечаем, что бросок у Клепиша не совсем лева. Но арбитру было виднее. Был непосредственно на площадке. Наверное, ситуацию оценил иначе. 3-0 счет становится. Вот так вот. Динамовцы, как нужно играть в большинстве. Ну и Марцел Хоссе сегодня действительно разошелся. Вот видим, откатился защитник. На чемпионатах мира и на Олимпийских играх был ведущим защитником, безусловно. НХЛ поиграл. 4-0 счет становится, и это, наверное, уже все. Распечатали Яна Шелепнева и забрасывает свою на результативную передачу. Хороший кистевой бросок. Не стал на него выкатываться Кулаков, не стал этого делать и Крайчик. Номер 9. Пытался то ли поймать на себя шайбу. Номер 12. Плэр. Незаметно сегодня были вот эти. Совершал какие-то виражи. Но вот так вот наконец-то удается что-то похожее на голевую ситуацию создать динамовцам. И это в третьем периоде. И Кори мертв. Но и при этом очень надежно пока играет. И не позволяет даже соперникам существенно добивать и стать. Очень важно хорошо стартовать. И вот ответ! Увидит свою команду в домашних стенах, на домашнем льду. Я еще раз повторюсь, случится это в следующий раз лишь 30 сентября в матче против «Атланта».